2 апреля 1944 года части Красной Армии, преследуя германские и румынские войска, перешли реку Прут и вступили на территорию Румынии. Верховный главнокомандующий отдал приказ преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции. Писатель Всеволод Вишневский в этот день написал в своем дневнике: «Восстановлены первые домны Донбасса. В Сталинграде пущен первый блюминг. На Урале входят в строй новые заводы. Жизнь берет свое. Нарастает вал военных и политических успехов СССР. Наши войска начали поход на Румынию. Гитлер без румынской нефти – это пол Гитлера», подчеркнул Вишневский. До победы оставалось 402 дня.